Почему? Нашли время. Hola, Mariana. Здравствуй, Мариана. Рафаэль! Да. Привет. Я не ожидала тебя так рано. Проходи. Остальные придут позже. Я пришел раньше. Там на столике есть спортивные журналы. Я сейчас приду. Мариана, ты оставляешь меня одного? На минутку. Уверяю тебя, что я одеваюсь быстрее, чем мой брат. Нет, я не поэтому. Я пришел пораньше, чтобы сказать тебе кое-что очень важное. Очень важное? Да. Такое важное, что мне даже страшно. Мы друзья, тебе нечего бояться? Нет, я не могу. Представь себе, что это за бег. Я считаю до трех, и ты начинаешь. Один, два, три. Любовные письма, которые ты получала, писал я. Я боялся сказать тебе, что я тебя люблю. В письме это было намного легче. Ты не могла бы прервать меня и не могла бы сказать, что я тебе не нравлюсь. Я не хотел, чтобы ты переживала, Мариана. Ведь ты встречаешься с Федерико, а Федерико мой друг. Я вот-вот уеду к родителям в Испанию. Но я не хотел. Я не хотел уезжать, не сказав тебе, что я тебя люблю. Очень люблю.